Здравствуйте, уважаемые моделисты. В это сложное, смутное время пришлось переехать в другой съемочную, вернее, на квартиру. Наша съемочная завалена товаром для вас. Вот. Ну и сегодня я хотел бы сделать обзор содержимого коробки данной модели. Это очень старая модель фирмы «Звезда». Довольно известная, 144 масштабе, пассажирский авиалайнер Ил-86. Всем довольно известный, с артиклом 7001. Давайте сразу откроем коробку, посмотрим, что внутри. Итак, советский четырехдвигательный широкофюзеляжный пассажирский самолет для авиалиний средней протяженности Ил-86, соответственно, спроектирован в КБ «Ильюшина». Было выпущено всего 106 самолетов данного типа. Ну, соответственно, первые летники с фюзеляжем перед вами. Очень много данной модели собирали уже моделисты, естественно. На нее существует великое множество декалей. Я тоже... У меня эта модель лежит уже лет 10, я так думаю, но, может, чуть-чуть поменьше. И вот до нее добрались руки, решил вам ее показать. Небольшое количество деталей в наборе. 74. Длина собранной модели будет составлять около 42 сантиметров. В принципе, такая большая, крупная модель. Крыло перед вами. Очень хорошая, глубокая расшивка. Крыло состоит из четырех частей. Ниши створок шасси вы видите перед собой. 2006 год. Стоит лейбл на литниках. Соответственно, уже 16 лет модели. Очередной литник перед вами, двигатели, литник с шасси, причем они сделаны целиком, что очень хорошо. Не надо будет обрабатывать стыки, склейки. Ну, на самом деле, у меня уже есть другой набор. Это резиновые колеса для этой же модели от фирмы «Экипаж». Я ими буду менять. Вот так они выглядят. Достаточно дорогие, дорогой набор. Но поинтереснее, я думаю. Немножко придется обработать. В принципе, ничего страшного в этом нет. Литник с прозрачными деталями. Это иллюминаторы. И остекление кабины пилотов. Немножко кривоватые. Но я думаю, что это все выпрямится в процессе сборки. Что проблемы это не составит. Подставка. Ну, стандартно от фирмы «Звезда» идет в комплекте, как вы видите. Декаль из набора дана на российский «Аэрофлот». Я планирую поменять ливрею на авиакомпанию «Атлан Союз», уже не существующую. Почему? Потому что я летал на этом самолете, как я помню, до Таиланда. Вот как бы, почему бы и не собрать именно «Атлан Союз»? Инструкция черно-белая, с описанием прототипа на двух языках. Русском и английском. И сборка.
Ну, особо собирать здесь нечего, на самом деле, даже можно, мне кажется, без инструкции все это дело собрать. Содержимое набора. И на обратной стороне инструкции данной краски, которые нужны для окраски данной модели, еще на фирму «Звезда» и «Хамбро». Сейчас уже «Звезда» делает под «Томию». Ну и как куда приклеивать декали. Не очень хорошее качество печать на самом деле, но в принципе все видно. Что я буду использовать лично, это маски окрасочные фирмы КВ Models. Они даны на иллюминаторы и на остекление кабины пилотов. На шасси они не понадобятся, так как, видите, диски даны отдельно, что очень хорошо. А мне хорошо, а кто будет собирать конкретно из набора шасси, ну, можно использовать какие-то трафареты, мне кажется. Потому что это несложно. Вот я еще имею такую табличку. Е86, я не знаю, буду я делать подставку или не буду. Я вообще не знаю, когда я буду собирать. Возможно, что я даже в этом месяце попробую собрать. Такая табличка. Е86. Ну вот, в принципе, и все. Артикул модели 7001, 144 масштаб, пассажирский авиалайнер Ил-86, фирма «Звезда». Приобрести данные модели вы можете уже сейчас на нашем сайте itrmodelist.ru. А я вам говорю спасибо за внимание, спасибо, что смотрели, ставьте лайки. Увидимся, услышимся. Пока-пока.